24-го года. Сегодня приехал на новый объект. Как раз это пойма реки Мокрый Вол. Как раз за вот этими деревьями река. Так, вот это скосил. Это все можно будет косить. Это шикарный мятлик, полевой горошек, тысячелистник, осот, пырей без семянный, без колоса, листья одни. Вот прекрасно здесь. В прошлом году не косили. Земля здесь не тронутая. Третье мая 24-го года. Это сегодня третий день моего сына Коса. Вчера свернул скошенное 21-го числа. Высокий волок, чтобы не пересыхало. Вчера вот это скосил. Вот это скосил. Сейчас собираю тоже вяленое сено. Оно зелененькое. Цвет зелененький хороший. Высокие волки. Здесь тоже будет один волок. Вот, и будет ждать в таком состоянии, когда я затекую. Вот. Тековальный аппарат был. В транспортном положении. Так я его перевожу. На прицепе. Поработал немножко до обеда. Затюковал вот этот волок первый. Получилось. У меня вот такая кучка. 10 тюков. Зеленое, сухое. Хорошее. Все, сейчас еду, пообедаю, разгружу. И буду пиковать дальше. Потому что небо перистые облака, это значит через 2-3 дня пойдет дождь. Сегодня кашу. Сегодня собираю, тюкую третий день. Убрал полностью эту территорию. У меня получилось сейчас на данный момент 5 тюков. Здесь вот идет тысячелистник, мятлик, дальше осот, полевой горошек. Мне еще предстоит вот это вот, ой, вот это вот все выкосить. Прекрасное зеленое поле.
Это мой сеновал, который я начал заполнять сеном, тюками. Сено сухое, зеленое. Буду дальше продолжать косить и заполнять сеновал.